Самым лучшим ученым региона признан профессор Биржан Шакиров. Школа номер 6 Мактаральского района, добившаяся высоких результатов по НТ, признана лучшей школой года. Южно-Казахстанский политехнический колледж объявлен лучшим учебным заведением. А лучшим учителем года стала преподаватель гимназии номер 8 Ольга Морозова. Среди учреждений здравоохранения самой лучшей названа городская больница скорой медицинской помощи. Медицинские работники, чей труд оценили так высоко, благодарны и желают всем крепкого здоровья. Очень хорошо укомплектована материально-техническая база, врачи все обучены, повышают ежегодно свою квалификацию, получают свои категории. Я так думаю, только нам со стороны родителей нужна поддержка. В этот торжественный вечер для всех звучала классическая музыка. Под звуки оркестра изящные пары кружились в вальсе. Дуэт «Сэт», также признанный лучшим, порадовал присутствующих новогодней песней. Отмечены на мероприятии успехи областных спортсменов. Наша спортивная школа в этом году добилась определенных результатов. У нас Нагай Надежда стала чемпионкой мира среди юношей. А мы поздравляем наших земляков с достойной наградой и желаем в новом году новых свершений. Шанар Уразова, Николай Иванов, Роман Примкулов, информационная служба телекомпании «Отырар».